поймал на предприятии утенка. Вот сюда под ворота зашла утка с утятами. Штук 5-6-7 уток зашло. В общем, они увидели меня, бросились рассыпную все. Ихняя мать утка как могла от меня отводила своих утят, на себя все, в общем, мое внимание взяла. Я думала, она хромая, плохо летает, туда побежала, главное. Я думал, ее, естественно, схватить-то. Но в это время все утята поразбежались. Вот поймал только одного. Вот здесь река, где-то километр. Волга рядом находится. И тут постоянно гуси прилетают, андатры приходят. Ну, там я вам показывал, ремезлы живут, гнездо свили. Вот поэтому сейчас, может быть, найду мать и отдам ей утенка. Даже не знаю, что делать теперь. Я его с Волги набрал воды ему. Обрезал 5-литровую бутылку. Налил воды, но он плавает, чувствует себя комфортно там. Ну, боюсь, он у меня не выживет. Потому что его мать должна, вроде бы, как прочитал в интернете, смазывать жиром его, чтобы он мог плавать потом в воде. Ну, может, один не выжить, он его могут. Хищники, крысы какие-нибудь водяные в водоеме. Вороны могут напасть. Чайки, говорят, на них нападают. Поэтому не знаю, посоветуйте, что сделать вот с ним. Как его отпустить его? Боюсь, у меня он не выживет. И это все в черте города. Водятся животные, ящерицы просто замучили прямо, они прям в наглую прям заходят ко мне на проходную.